Всем еще раз огромный привет! Давайте вместе полистаем 17-й каталог компании Avon. Каталог достаточно большой, много предложений. Снова, как и в прошлые разы, я не успела полистать его сама, потому что снимала заказ и загружала. Ну, давайте будем смотреть вместе. Если я что-то пропущу, может быть, вы заметите. Первое предложение тут наборы такие симпатичные. Так, давайте я вот так. Набор из трех предметов 299. Ну, третий предмет это пакетик. 469 ароматы. Тут пурбланка. И мужской наборчик из четырех уже предметов. Пурбланка из четырех и мужской тоже из четырех. 469 с ароматами наборы. Ну и также пакетики. Такое предложение: закажи в каталоге 17 на определенную сумму. Сумма может быть 1800, 3600 и 5400. И в каталоге первом 2017 года можно выбрать полуподарок за энную сумму денег. В общем, первый набор на выбор, либо маска для волос, либо лак с водичкой за 49 рублей. Давайте я так поближе покажу, чтобы вам было видно. На 3600 за 99 водичку можно выбрать. И на 5400 за 299 можно выбрать часы или любую из водичек. Вот такое предложение. Если я выше поднимаю каталог, падать начинает тень, поэтому я особо вертеть его не буду. Любой набор Today мужской или женский за 899 рублей при покупке товаров на 450 рублей по каталогу, ну, кроме определенных страниц. Наборы в симпатичных таких праздничных упаковочках идут. Ну, видно. Женское платье. Тут предлагаются набор открыток и подарочные пакеты. Набор 299 рублей. Входит тушь и карандаш для глаз. Набор из двух продуктов 479. Ну, тут кисти и шарики. Драгоценные масла. Набор из четырех, из трех продуктов. Двухфазная сыворотка. Ну и бальзам-ополаскиватель и шампунь. Инкадессенс 850 набор. Литру Black Dress 850. Но тут третье средство, это кусковое мыло идет. Набор Cherish 850. Мужские наборы тоже 850 идут. Новинка. Аппарат для косметических процедур. 1200. При покупке любого товара со всего каталога. И также аппарат для педикюра тоже есть. Можно любой. Ну, аппарат для педикюра уже 800 рублей. Так, ну тут все видно. Такие подарки можно выбрать. Кстати, гель от Senses, аромат тайны и пена белая лилия в праздничном таком оформлении в новом дизайне. Это лимитированные версии, их продадут и больше не будет. То есть, если хочется иметь такую лимиточку, то можно взять.
Еще одна страничка тоже предлагаются, такие маленькие подарочки взять. Одежда. В красном и в синем стиле. Если честно, я такие вещи люблю, но хочется, чтобы размер был угадан, потому что я в прошлом году смотрела несколько обзоров, на девочках очень некрасиво висели вот эти вот платья домашние. Не то размер не угадывали, не то вот как-то вот фасон только на высоких моделях хорошо сидит. Если девочка низкого роста, как-то вот не очень. Если кто-то покупал и на вас было хорошо, вы напишите в комментариях. Я думаю, будет интересно не только мне, но и многим. Цена 1500 за платье и 500 рублей за тапочки. Украшения для бутылок. Я не сразу поняла, что это тут такое. Кружки. Плед с капюшоном. Ну, тут все видно. Заметили, я тут со штативом села сегодня. Надеюсь, в этот раз будет удобно. Я сегодня не буду ныть и стонать, что у меня там что-то не получается. Буду просто показывать. Смотрите, новый кошелек я разглядела. Красный. Ну, тут, наверное, он не один новый. Вот я белый тоже раньше не видела. Смотрите, какие симпатичные. Интересно. 699 рублей, 700 рублей. Так, аромат кинзо. Женский, мужской, 1500. Ну, тут предлагается за минимальную сумму еще купить, ну, как бы, в дополнение подарочек. Новинка Премьер Люкс у них. Приятный такой аромат, сладковатый. Что сюда входит в женский? Мандарин, роза, удовая нота. Приятный. Ну, вот роза чувствуется. Дальше. Новинка в Today Абсолют. Бергамот, нероли, сандал. Мне понравился этот аромат. Ну, вот, я слышала мнение, что он для пожилых женщин. Видимо, я уже достигла преклонного возраста. Девчонки, на самом деле, у аромата нет возраста. Зря многие говорят вот это слово, что пахнет старостью, для пожилых аромат. Вот у меня мама, например, очень обижается, когда девочки так говорят, потому что это совсем неправда. Пожилые люди тоже любят приятные ароматы и порой даже фруктовые. Единственное, что бывает, нота неприятная. Действительно, она как бы за, ну, такая вот, ее называют как бы старинной, что ли, но никак не на пожилых людей, что раз человек, женщина в пожилом возрасте, значит, ее можно там палить непонятно чем, пусть ходит, попахивает. Но на самом деле так не надо говорить, они очень обижаются. У них точно такие же ароматы на полках стоят, как у всех остальных. Ну, в общем, я уже вот достигла этого возраста. Так, дальше. Наборы. Дальше идут наборы. 899 и 999. Ну, видно. У меня все норовлю приподнять как-то. Attraction. Смотрите, сделали вот в таком оформлении. 370 рублей. Премьер люкс и лак. Вот Attraction-то не делали в таком оформлении. Так, пальчиком я уже терла. Приятный аромат. Мне много ароматов нравится в начале, а потом, конечно, бывает, что я жалею, что там восхищалась, ну как-то. Либо бывает, что время не то. Все равно аромат носится и под настроение, и под погоду. И вот в какое-то время бывает вот это твое-твое восхищаешься, а потом понять не можешь, чего нравилось, вроде ничего особенного. Поэтому
У меня есть ароматы, которые просто стоят на полке, и вот, ну, даже не нравятся, может быть, а когда-то я ими восхищалась. Вот. Наборы. Любой. Нет, набор 829 вот здесь, а здесь просто ароматы отдельно, но 730 рублей, достаточно дорого. Дальше Prima и FM тоже наборами идет. Тут набор 400 рублей, водичка с гелем для душа. Два 1200. Поэтому ароматы лучше брать в паре. Большая линейка, смотрите, 5 даже ароматов сделали, 279 рублей, удобная цена. Здорово. Удобно вот эти 30 миллилитров брать, когда не можешь купить за 600-700 рублей 50, но 270 себе позволить можешь. Вот. Тоже недорогие ароматы. Вот, например, вот этот аромат Summer White Sunset. Очень много девочек его любят, а я вот не смогла носить. Зато вот этот многие назвали мыльное и неинтересным ароматом, а мне вот нравится. Поэтому мы такие разные. Но это хорошо. Если мы будем одинаковые, будет неинтересно. Мы будем пахнуть одинаково, говорить одинаково. Так, водички. 119 шариковым аппликатором и 179 парфюмерная вода спрей. В спрее 10 мл, в шариковом аппликаторе 9. Вот. Ну, есть зато и новинки. Вот Miss Mirais Black есть, я вижу. Far Away это чего? Bella Sunset. Правда, ограниченном количестве некоторые. Так, дезодоранты разные. Я немножко медленно, потому что, ну, как я сказала в начале, первый раз листаю, даже вот просто по-быстрому не листала, сижу вместе с вами. Остатки солнышка пока еще попадают в окно, успеть до заката снять. Сегодня солнце, тепло, хороший денек, потеплело. Тоже наборы. На этой странице подороже 760, а тут 360 подешевле. Мужские наборчики. Prime 830, а Full Speed 760. Ну, мне кажется, видно, да, если вдруг не видно, то вы напишите, спросите. Два аромата также выгоднее, и мужские, как и женские, за 1200 рублей. Здесь за 720 рублей можно два взять. Вот я давно хотела вот этот потестировать аромат, его очень хвалят. Ну да, приятный. Мужчины его хвалили, многие писали мне, и женщины некоторые говорили, что на мужчинах хорошо раскрываются. Так, ну тут цены видно. Тоже хорошо. 450 рублей, хорошая цена на целый набор из трех продуктов. И 360 из двух продуктов. 260 одна водичка. Так. Кто бы со стороны нас видел, как мы снимаем, сидишь с камерой, со штативом в обнимку. И чего-то бормочешь. Вот семья у меня ходит, улыбается на меня, смотрит. А я тут умничаю, сижу с каталогом, что штатив обняла. Так, новинка. Новинка тут кружка, я так понимаю. Фляжка и кружка. Фляжка, ого, 900 рублей. Очень дорогая, конечно, фляжка. Дорогая, да. Еще и пустая. Так, давайте я вам покажу, какая сталь. Вот какая.
А то я сейчас прочитаю, что у меня будет язык на бок. Кружка керамическая. Ну, 650 рублей. Я не знаю, будет ли тут цвет меняться. Ну, не увидела. Вот тут единственное, вот эта вот форма фляжки нарисована. Вот она такая интересная. Так, давайте посмотрим. Люкс, люкс. Что у нас тут в люксе? Новинки. В люксе есть новинки. Ну, во-первых, дизайн тут, да? Такой симпатичный достаточно. Цены вам видно? Вроде бы видно. Так, а вот эта помада тоже новинки. А, идеальный нюд и розовая парча. Нет, вроде бы знакомые оттенки. Тени и 2 в 1 тушь и укрепляющая сыворотка. Вот средство. Помады. Ну, тут все знакомое, мне кажется. Вот здесь сезонная новогодняя коллекция в новом дизайне. Как я люблю, когда у Avon есть хоть какой-то дизайн сверху, ну вот на этих упаковках, потому что они все одинаковые. 100 раз откроешь разное средство, пока доберешься до того, которое ищешь в косметичке. Так, помада. Точное нанесение, насыщенный стойкий цвет, нежный глянцевый блеск. Помада-карандаш, точность и цвет. В 3 оттенках. Роза, по сути, слива и мокка. Вот такие вот интересные. Пудра бежевая. Ну и черная тушь. Ну, интересно. Люблю я у них вот эти лимитки. Новинка. Компактная пудра для лица. Нежно-бежевая. А это жидкий средство. А, маскирующее средство. А вот это-то что? Пудра, да. Я думала, это румяна, обрадовалась. Не хватает в Avon вот таких круглых больших румян. Я бы с удовольствием взяла какой-нибудь хороший оттеночек на зиму. Ну, какой симпатичный вот третий. Зелененький. Вот люблю я это все зелененькое. Набор тени и основа под макияж 440 рублей. Это вот который изумрудные грани, да, вот который тут изображен. Когда я вижу все, что связано с зеленым, с болотным, ну, изумруд не очень, когда вот он чистый изумруд, а вот когда такого, знаете, в темноту очень люблю. Красиво. Набор помада и карандаш 300 рублей можно выбрать. Цвет себе и того, и другого. Тоже набор, кисть и тональное средство. Ну, набором получается выгоднее делают. Новинки. Красивый тон. Смотрите, красивая упаковочка красненькая. Суперустойчивая крем-пудра для лица 425 рублей. Дерматологически протестирована, не закупоривает поры, SPF 15. Безупречный тон и свежий вид в течение 18 часов. И 4 оттенка. Вот они. Так, вес 9 грамм. Интересно. На самом деле интересно, если и не закупоривает, и если хорошо сидит. Так, тут что у нас интересное? Шик и блеск. Так, вам все видно? Мне кажется, видно.
Иногда меня ругают, там девчонки говорят, там ты близко подноси какие-то, вот я там что-то не разглядела. Но в целом блогеры показывают, ну, как бы само знакомство. Ближе-то рассмотрим мы уже, когда каталог получишь, полистаешь. А сейчас больше так, удовлетворить любопытство, ну и, может быть, набросать какие-то хотелки, сравнить цены. А если что-то действительно реально нужно, можно спросить. И с удовольствием отвечу. Так, вот тут что-то интересное. Компактное маскирующее средство. А, это 3 грамма, они такие вот маленькие. Да, 3 цвета. Остальное видно. Наверное, видно. Так, тоже видно. Вот смотрите, видите, здесь этот карандаш-диамант. Вот я только что снимала обзор. Я взяла 2 себе цвета, коричневый сахар и изумрудные грани. Изумрудные. Какой изумрудный? Это изумрудное сияние, наверное. Ну, в общем, не знаю, 2 я взяла. Зеленый, вот такой, наверное, и вот такой коричневый. 159 рублей, он был в 16-м каталоге, здесь уже 205, поэтому обратите внимание на карандаши именно в 16-м каталоге, здесь дороже. Так. Ну вот тут вот наборчик я вот гляжу, вам-то молчу, а сама разглядываю. Наборчик кистей, идет он такой в маленькой тубе. 4 штуки, 460 рублей. Вот. Вот такие вот кисти. Вот. Давайте поближе покажу. Вдруг не видно. Они так на светло-розовом. И так. Ну, наверное, видно. Что-то в этот раз медленно так рассматриваю. Никто не торопится. А то я тут прямо... Вот первый раз, когда, да, уже не четко открываешь страницу, где интересные там новинки, а сидишь, разглядываешь, и вы вместе со мной, получается, привязаны ко мне, да, медленно смотреть. 2 выгоднее 480 рублей. Тоже тут наборами собрано колераскинки. Ну, в общем, вы поняли, чего. Набор для ухода за лицом. Спецпредложение. Вот здесь новинки есть. Не знаю, видно вам или нет. Вот омолаживающая сыворотка для лица. Максимальная молодость. До 2 раз усиливает эффективность средств ухода за лицом. Вот. Сам набор стоит... 1450, но вы можете его взять за 640 рублей при покупке любого товара. Ну и достаточно вот 1, 2, 3, 4. 4 средства входят в этот набор. Так что смотрите. Кому-то подарить хорошо получается. В коробочке придет. Так, и New серия. Тут я сильно останавливаться не буду. Так, нутроэффект пошел. Потолок очень толстый. Мы что-то листаем, листаем. И ощущение, что мы еще к середине только приблизились. Прям очень толстый каталог. Нутроэффект. Ну вот новые лосьоны. 2 за 300. Хорошая цена. Тут пакетик предлагают подешевле. Набор из 3 кремов для рук 329 рублей. Планета спа началась. Вот здесь новинка для тела. А что у нас тут новинка? Непревзойденное питание. Скорее новинка крем-суфле.
335. Ну, новинкой является сама банка и вот наполнение, потому что этот крем в обычной упаковке был уже. Очень сладко пахнет. Кто не любит приторное, не понравится. Райское увлажнение. Маска для волос вот идет набором. Хорошая вот эта вот маска для волос. А вот это средство я не очень поняла. Оно, по-моему, идет для блеска, если не путаю. Лосьон с оливовой. Райское увлажнение. Или это... Я сейчас тут напутаю. Ну да. Да, это вот этот лосьон. А в первом наборе крем-суфле и скраб для тела. 460. Первый набор, 350. Второй набор. Ну, вот тут вот тоже есть наборы. Ну, смотрите, что у него входит. Любая маска 125. Набор 260. Крем-суфле и крем для рук. Кстати, в маленьких объемах 75 миллилитров и 50 миллилитров. Любые 2 за 180 Кеа. Вот тут очень знакомое все. Дальше одежда. Модный тренд. Платье 2000. Где платье? Кто видит платье? Кто-то видит тут платье? Ну, я понимаю, ну платье, ну хотя бы должно бы прикрыть тут. Ну, пусть будет платье. Я бы это джемпером назвала, как минимум. Так, ладно, в общем, вот это платье 2000, шарф 600 рублей и сумочка 1200. Боди. Ну вот сумочки на девушке, кстати, очень маленькая. Прямо крошечная, миниатюрная какая-то. Ну правильно, 13 на 15 сантиметров и донышко 6 сантиметров. Но зато 500 рублей. Кольцо. Вот такое красивое кольцо. 500 рублей. Цепочка с подвеской черненькая, кстати, на блузке, на голубой смотрится красиво, 600 рублей. И сама блузка 1700. Ну, блузка боди, да, потому что она снизу. Ну, я все не буду описывать, все цены. Может быть, вы что-то и увидите сами. Так, покажу в целом. Черный с красным, это всегда была классика, красиво. Так, тут украшения. Угу. Ой, какая дорогая стала. 1400 сумочка. А вот когда-то за 600, по-моему, рублей я ее брала. Ну вот, я бы не купила за такую цену. Ладно. Что у нас тут? Распродажа. Новинка. Чехол для айфона. Вот такая киска безглазая, зато с ушками. И тут, наверное, мышка тоже безглазая, но с ушками, даже с лапками. Вот. Да, вот тут лапки еще они даже прорекламировали, что обратите внимание, лапы есть. А по мне так лучше бы глаза. Ну, неважно, не мое дело. Так, 199 рублей чехол. Универсальный силиконовый держатель, подвеска для мобильного телефона. Розовая ленточка. А почему для телефона? Что-то я тут торможу. Я просто... Голова болит. Я очень много энергетиков съела сегодня. И немножко торможу, да. Подставка для мобильного телефона. Да.
Вот, смотрите, как интересно. В общем, она, наверное, вот это вот дело все загибается со всех сторон. Я сообразила. Вот, давайте я вот так покажу вот здесь вот. И вам тоже станет ясно. Так. Вот, видите, как она загибается. И можно подвешивать все, что хотите. Даже гель в ванной. Видите, для геля в ванной. 300 рублей это удовольствие стоит. Ну, интересно. Вот я когда разглядела, стало интересней. Пока соображала, было непонятно. Ладно, давайте дальше смотреть. Пошла детская серия. Надеюсь, моего мозга хватит на все остальное. Hello Kitty наборчики. Вот тут все видно. Детские средства. И дальше пошел Edwin Technics для волос. Бигуди 12 штук, 549 рублей. Расческа Tangle Teaser в серебре с блесточками 800 рублей. Это хорошая цена для расчески. Главное купить определенный товар с определенной страницей себе. Вот, вот такая вот симпатичная расческа. Она идет без крышки. Наборами идут шампуни. Шампунь с ополаскивателем 200 рублей, а еще с сывороткой 350. Тут уже отдельно друг от дружки. Ну, мне кажется, видно, да? Вот у меня брали скелетную расческу в 16-м каталоге. Масочки, кстати, чуть-чуть подешевле, 175, ну, обычно 185, ну, 10 рублей. И лосьоны, спреи. Тут тоже 175 рублей. 205 рублей сыворотки, их 4 штучки представлены. Дальше для ножек пошло. Новинка. Действует как пластырь, защищает кожу от натирания и раздражения. То есть мазать проблемные места, где может натереть обувь. Вот. 250 рублей такой карандаш. 2,5 грамма. Так, там все вроде понятно. Новинок не вижу. А может, просто не вижу, они есть. Так, интимная гигиена, дезодоранты. Шампуни в больших объемах 700 миллилитров. Цена 175 рублей. Новинку вот я заказала мед и клюква. Ну, не я заказала, у меня подруга в маленьком. Она такая цветом перламутровый, темно-розовый. Сочная манго, отличная пена. Вышла в литровом формате. Пахнет лимонадом, сладким лимонадом. 175 рублей 500 миллилитров, 259 литровые. Большие объемы гелей для душа. В большом объеме 500 миллилитров сделали фантазию новинку. Naturals, любые два продукта, 149 рублей набор. Хорошая цена. Любые два геля 149. 149 также Footworks для ножек. Ну, вообще, это средство вы можете одно взять для ног, другое с другой страницы. Страница 230-235. И вы выбираете два средства с этих страниц. Тут уже предложение только на эти две страницы. Два средства 199 рублей. Два любых продукта. Вот. Тут есть и новиночки. Двухфазные, двухцветные лосьоны. Они должны быть с блесточками. А вот крем-суфле для тела питательное. Молоко и мед. Новиночка. Кстати, вот если взять, например, что-то 245, видите, рублей есть. Вот. Выгодно 200 рублей и два каких-нибудь дорогих средства.
В общем, выгодно. В любом случае. Также любой крем и плюс мыло 160 рублей наборчик. Тут идут пены. Два шарика по 89 рублей. А здесь набор. Пена, миндаль и шампунь с авокадо. 199. Мне кажется, вы все это видите, а я просто как попугай это читаю вслух. Ну вот он, чудо-дизайн новогодний с лавандой для утонченных натур. Ну, на самом деле, тут новинка, это вот эту бумажку прилепили новую поверх коровы этой баночки. И это стало новинкой сразу. Отлепят, станет старый дизайн. Вот. Вот это что за тряпочка? Что-то я никак не пойму. Сейчас найдем. Или это не тряпочка, новинка-то? Что является новинкой? Сейчас разглядим. Так, увлажняющее средство двойного действия для кожи ног и кутикул с салициловой кислотой и маслом. 50 мл. Ну, это, наверное, вот это средство. А, это носки. Ну, надо же, ну как же так не разглядеть. Носки для косметических процедур. В общем, 250 рублей носки. Ну, что за сердечко? Это два носка. Вот. Сюда ногу, в общем, надо засовывать. Да. Ну, я предупреждала, у меня сегодня что-то, как всегда. Любой набор 240 рублей. В набор входит 3 предмета. То есть вот 3 предмета. 240 также идет любой набор. Из 3 предметов. Набор из 5 продуктов 379 рублей. Ну, хороший набор. Уже без корзинки. Но зато много хороших средств. Вот это что такое? Так, так, так. Лосьон спрей. Сыворотка для интенсивного блеска волос. Вот это. Остальное все понятно. Набор крема для рук 240 кеа. И вот такие наборы. Ну, это тоже не новинки, опять же, да, а просто дизайн меняют и уже новинка. Картинку поменяли. Так, с каталогами мы с вами справились. Давайте посмотрим. Ой, простите, пинка вам дала. Сейчас фокус посмотрим. Ну, вообще, вот перед праздниками обычно мало новинок. Чаще бывают распродажи, наборы. Это уже вот после января, вот ближе к марту, начнут они новинками нас баловать. Так, я тут ничего не разглядела. А, ну вот, уже листаю, не глядя. Выгодно заказывать премьер люкс. Мужские и женские, более 2 ароматов. 40% тогда будет скидка. Вот. Так что представителям можно обратить на это внимание. Avon Club я покажу вот так. Не буду я тут вычитывать, потому что сама в нем не участвую и мало чего понимаю. Так, предлагают взять за 135 рублей любой лосьон. Один питание, второй восстановление. Пена для ванн новая. Ароматная роза 119 рублей. Одну штуку можно взять представителю. Скидки уже не будет. Это минимальная цена. И также мужская водичка, мужской аромат, но новинка 290 рублей. Можно взять одну штучку представителю. Ну, можно взять пробничек. Предлагаются наборы в неограниченном количестве. Вот за такие цены. Череш и Персив Дью за 500 рублей. И Attraction 700 рублей наборы. В неограниченном количестве, а цена минимальная это. То есть скидки уже не будет. Это для представителей.
Тут тоже предлагается белье женское взять подешевле. Женский топ 700 и женские трусики 350. Но я округляю, тут 699, я так все время округляю, чтобы... Тут стандартный. Вот еще наборы. Каждый 250 рублей. И тоже, по-моему, да, неограниченное количество можно взять наборов. Вот. Ну, видно, что здесь входит. Распродажа. Распродажи. Пена и надувная подушка для спа-процедур в ванной. Так, как же тут мне теперь показать? Я привыкла-то просто провозить. А тут не знаю, будет ли вам видно. Вот интересный комплект бижутерии. Можно в любом цвете взять. 250 рублей. Входят серьги и подвеска. Хорошая цена и, по-моему, достаточно симпатично. Ну, я думаю, вам видно. Я вот как-то так вот и покажу, как обычно-то я это делаю. Потому что подробнее, если мы тут будем совсем долго сидеть. И у меня камера садится. Так. Видно. Ну, наверное, видно, конечно. Тут вот так. Вот такая распродажа. Давайте вот эту моду. Моду, наверное, будет неудобно смотреть. Сумка 600 рублей. Рюкзак 1200. И 1500 женское платье. Вот рюкзачок, который я... Ой, как же вам покажу? Вот так давайте теперь. Много сумок. Мне вот это, кстати, так, где она? Вот она, понравилась. 719 рублей беленькая. Вот эту черную я тоже люблю, но она подороже идет. Так, тут идут у нас чего? Купальники. Теперь давайте вот так. Обувь. Меня часто спрашивают про обувь Вейвен. Не брала ни я, ни у меня знакомые не брали, поэтому с обувью не подскажу. Так. Распродажи, конечно, очень объемные, большие, и их сложнее показать. Кошелечек симпатичным тут под пальчиком. Ну, как смогла, конечно. Так, это я показывала. И вот тут еще, да, надо показать страничку. Кстати, пока я показывала свой заказ, тюрбан я, бедный, измучила, липучку искала. Но на самом деле, конечно же, в полотенце эта липучка была, но никак не в тюрбане. В тюрбане была резинка. А я так долго там, как обезьяна с очками, кривлялась, все искала. Так, эту я не буду показывать. Это тоже не буду. Ну, давайте еще стиль посмотрим. Стиль жизни к 17-му каталогу. Так буду показывать, а вы уже смотрите. Ну, даже для двух пар носков, конечно, 700 рублей. Круто. 99 полиэстера. Ну, не знаю, слишком, конечно. Вот такая симпатичная кружка. 700 рублей, золотая цена, медвежонок в шарфике. Ну вот у девушки тоже видно его в руках. Конечно, супер.
Цены, очень дорогие цены, но вещи симпатичные. Вот держатель для пультов 850 рублей. Может быть, чуть-чуть этот мы сейчас с вами вот так приблизим. Вот такие вещи. Это грелочка 1400. И вот на девочках, на маме и дочке, вот такие пижамки и тапочки. Вот. Давайте еще раз на девочках покажу. Очень симпатично. Так, тут пошло на мальчиках. Тоже девочка с мальчиком. Нижнее белье, наборчики. И вот пижамка на мальчика и тапочки. Тапочки за 1000 рублей. Ну, дороговато, конечно. Красиво, но дороговато. Далее. Тапочки за 600. Подушка, сердечко 500, розовая ленточка, кружка 300. И вот такие две пижамки. 999 вот эта пижамка, а тут цены видно. Снова возвращается джемпер с пингвинчиком. Вот такие брючки. У меня знакомая дочка брала такого пингвинчика, маленький размерчик на девочку. Очень-очень красиво на ней, конечно, смотрелось. И он сам такой очень мягкий, приятный. То есть на ощупь он очень-очень приятный. Вот тут шарфик с варежками. Снуд 900 рублей. А варежки 600. Два рюкзачка за по 1000 каждый. Девушка вот в спортивном костюмчике в таком. Толстовка 1800 и брюки 1700. Вот. Тут видно одежду. Комплект 2300. Вот такой. Ну, это термобелье, наверное, да? Да, эффект термобелья. Ну, хороший вариант. Ну, и тут также эффект термобелья. Можно в сером, в общем, цвете взять, можно в бордовом. Это уже кому как. Снова наших мужчин порадовали новыми трусами. В этот раз там медвежонок. Ну, медвежонок лучше, чем что-то там было с морковкой. Вот. Тапочки мужские 600 рублей. Нижнее женское белье. Ну, тут видно. Я не буду сильно. Я, наверное, и так вам уже надоела. Давно уже листаю. Даже камере надоело. Она у меня садится. Ну, и вот украшение. Мальчик снова в пижамке. А, тут гирлянда, тут не мальчик, тут гирлянда. Ну и вот такие магнитики предлагаются. Все, это уже было, это было. Все, я пролистала. Девочки, мальчики, надеюсь, я была полезна. Надеюсь, такой формат не очень утомителен оказался. Так, отъезжаем обратно. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной. Всем пока, до новых встреч.